Завершен прием работ на конкурс 17-го международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить», основные мероприятия которого пройдут в Ханты-Мансийске с 1 по 3 июня. С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте медиафорума. Жюри рассмотрит почти 300 работ из 20 стран мира, включая Российскую Федерацию, Аргентину, Бразилию, Индию, Шри-Ланку, Чили, Перу, Израиль и Египет. Конкурс проводится среди тележурналистов и кинематографистов, создающих профессиональный видеоконтент на зеленую тематику. В 2023 году оргкомитет внес изменения в список номинаций. Кроме ставших традиционными, появилось новое – экотуризм. Итоги конкурса и имя обладателя гран-при будут оглашены на торжественной церемонии закрытия фестиваля. Она состоится 3 июня в 18:00 в культурно-досуговом центре «Октябрь» в Ханты-Мансийске. Онлайн-трансляцию мероприятия можно будет увидеть на официальном сайте форума, интернет-платформах, в ВК, на YouTube, а также на платформе «Смотрим».